читаю в газете «Новые рубежи» объявление. Одинцовскому телевидению требуется корреспондент. Могла стать главным редактором, но не захотела. Выбрала должность корреспондент. Времени на раскачку не было. Сразу окунулась с головой в работу. Нужно было за короткие сроки отсмотреть несколько кассет, написать сценарий и текст, не забыв ни про одного героя. И она справилась. Так вышел в эфир первый материал Галины Поликарповой, посвященный Дню города Одинцова, праздник под аккомпанемент дождя. Она пришла на ОТВ случайно, но отработала без малого 20 лет. Даже не отработала какое-то грубое слово. Я была в любимом деле, с интересными людьми. Семейный альбом, телевизионная гостиная, «Все дети наши», «Одинцовские заметки». За годы работы Галина Поликарпова реализовала много проектов. Ни один из них не был для нее проходящим. Она умела не просто разговорить героев, но и вывести их на душевный разговор. Многие стали ее друзьями. Это позволило мне увидеть во всей красе Одинцовский район, его людей, познакомиться с очень многими, обрести кучу друзей настоящих. Они сегодня со мной, эти друзья. Она следила за судьбами своих героев. Братья Акуловы из программы «Все дети наши» буквально росли на ее глазах. С ее помощью они нашли родителей. Но на этом история не закончилась. Через какое-то время она мне звонит: «Светлана Владимировна, Галина Васильевна, у нас такая беда. Значит, мы купили сарайчик во дворе, и там хранили велосипеды. И все велосипеды украли». Я говорю: «Ну ничего, постараемся компенсировать». Через считанные дни вместо старых велосипедов в сарае уже стояли 4 новых. 3 для мальчишек и 1 для их мамы. Сейчас Галина Алексеевна уже не ездит на съемки. Но ей все равно не до заслуженного отдыха. Нужно увековечить память Лили Брик, провести памятный вечер Эдуарда Асадова. И это еще не все. Планов много, а в их реализации, без сомнения, помогут друзья, которых она нашла, работая на канале. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Нас отмечают.